Гуманитарная помощь и спасательные команды прибывают в Непал из многих стран мира, но доставка грузов и эвакуация пострадавших осложнена из-за труднодоступности горных районов. В некоторые деревни можно добраться только пешком, а вертолетов не хватает. Мешает также плохая погода, проливные дожди не прекращаются. Накануне в Катманду к зданию парламента пришли около 200 человек, которые с возмущением требовали содействия. В 3 часах езды от столицы жители одной из деревень перегородили дорогу грузовикам с гуманитарной помощью. В горной деревне Синхупалчок местные жители рассказывают: мы все время ощущаем повторные толчки, постоянно идет дождь, больше всего нам не хватает продуктов и палаток. По данным ООН, в Непале полностью разрушены 70 тысяч жилых домов, а свыше 530 тысяч повреждены. Жители Непала нуждаются также и в срочной медицинской помощи, а у 4 миллионов непальцев нет доступа к чистой питьевой воде.